Всем привет, с вами Некромаш. И, ребята, мы с вами в легендарной игре Front Mission. Первая часть. И это ремейк. Вот, я был фанатом этой серии. Я играл все, что мог по этой игре. Вплоть до этой самой Front Mission Evolved, которая была выпущена только на персональном компьютере, но там было уже совсем другое и не соответствовало ни духу вот этой игры, ни вообще там другой жанр и так далее. Вот, эту часть я не играл, потому что она была выпущена только, ну, в смысле, самая первая часть Front Mission была выпущена только на Nintendo. И вот сначала переиздали в 22-м году вот этот Front Mission ремейк. Тоже переиздали сначала на Nintendo, а потом уже вот в прошлом году, в августе, на Xbox, на PlayStation и на персональный компьютер. Вот, так что мы с вами начнем новую игру. Мы будем играть за ОЦУ, то есть океаническое сообщество, что и как бы предполагает сама игра. То есть, если вы никогда не играли, что проходите эту кампанию, потом можете играть за американцев, то есть другую, УЦН, которая как бы посложнее кампания. Ну вот. Так что давайте начнем. Новая игра. Естественно, мы с вами сыграем в учебник. Хотя мне это уже не надо, но ради прикола сыграем, да? Да. Берем капрал, сержант. Не хочу, потому что тут и так довольно-таки тяжело. А если еще будут противники сильнее бить, ну, будет еще сложнее. Так, берем капрал. Берем современный, то есть немножко другой, чем классический. Вот, и начинаем. Это наш главный герой, типа ЗЦУ, если играть. Ну, вы там сами почитайте, да. В общем, тут объясняет, что он лейтенант, что он очень молодой, как это так. Ну, короче, это все не важно, да. Вот, что я могу сказать. В описании будет немножко там написано, что, почему. Там в начале, что был текст, вот где шел анимашка это. В общем, суть такова, что есть там какая-то корпорация, которая, как бы, которую обвиняли, что она нарушает права человека, потому что они создали вот этих вот пилотов-ванзеров, у которых, короче, которым в мозг внедряли импланты. И, короче, чтобы они могли напрямую связываться как бы с этим ванзером. Ванзеры — это вот эти вот роботы большие. Так, ну тут можно играть как джойстиком, так и мышкой и клавиатурой, как бы ничего особого. Да? Вот, значит, и их обвиняли в этом, что они нарушают права человека. На что они отвечали, что все было по обоюдному согласию, что все были предупреждены и так далее, и так далее, и так далее. Вот. К нам приближается враг. Вот. И здесь, на данном моменте, у нас происходит все события 70 вроде лет
после первого конфликта. Вот на этом острове как бы происходит конфликт, сражаются, то есть не сражаются, а это самое... воюют американцы против вот этих ОЦУ, за которого мы сейчас играем. Как бы две фракции. Океаническое там какое-то объединение, плюс типа новые американцы. Ну вот. Значит, я сейчас атаковал ракетами, сейчас автоматика. Отвечаю на атаку врага. Враг уничтожен. Но он просто как бы такой. Такое себе. Вот. Не нужны мне эти твои. Мы ждем там. Зачем нам? Ладно, тут. Ой. Требуется. Давайте один ремонтик мы используем на левую руку. Хотя нам это не особо надо. Опять используем ракеты. Но неудачно. Одна ракета пролетела. Отходим, стреляем ракетами для того, чтобы он как бы не мог нам ответить. Да? Мы типа победили, тролливали. Вот это я не так написал, сказал не УЦН, а УЦС. Боже, и ОЦУ. Почему? А как это я так УЦН? Откуда это у меня в голове? Так, ну это вот, что мы убили, типа получили денежку. Вот, видите, у нас есть две УЦС, вот эти американцы, и вот эти вот. Это как бы для первой игры рекомендуется, история его любви, как бы, и так далее. И это самое, ну, мы и выбираем это. Тут меняем, конечно же. Ой. Мне, наверное, не дадут, потому что у меня такой пилот уже есть. Вот такой будет. Ой, блин, я забыл. Это надо вот так сделать. Чтоб имя поменялось, надо на Enter, либо на джойстике на X нажать. Иначе будет, не будет имя. Не надо напринимать жасть. Там немножко не так переведено. Ну вот. А, ну вот, как он переводится. Океания, кооперативный союз. Нас на подводке куда-то отправляют. Мы идем на разведку. А там, по-моему, база этих американцев. Наверное, скорее всего. Ну вот, пойдем посмотрим. Пока что делаю видосик, ребята. Не знаю, может, выведу это все на стримы. Так, а это кролик один. Я достиг точки разведки. Вот, кстати, это девушка этого главного героя. А. Тут иногда есть такая фишка. Эй, уйди. Эй, лё. Тут
какая-то... А, и в этой фабрике, типа, производят, типа, вроде бы, там, какие-то боеприпасы. Упс. О, босяра там. На крутом роботе. А, Дриском. Это, если играть за американцев, мой командир. Ну, ладно, я не буду ничего отговорить. Это самое, вы потом... Если вы, наверное... Я пока не знаю. Кому интересно, можете... Я на Твиче на литовском прохожу за американцев. Пока не решил, возможно, буду проходить и... на русском пройду потом это, за этих вот американцев тоже. Ну да, блин. Сразу снесли ноги, руки. Только тело осталось. Ну, короче, и не жить. Я так понял. Но мы им, конечно, не соответствуем, потому что у нас роботики там смешные просто. У нас вон 33 жизни, видите. Кстати, у ЦУ лучше роботы. Чуть-чуть. Потому что у американцев это уже... Это вторые роботы, там 30-40 хп, а у них сразу такие. Карен. Мне интересно, сколько у этого жизни. Он там уже супер крутой какой-то должен быть. Так. О, у него сразу эти ракеты, ни хрена себе. Ну. Офигеть. Да, ну за этих очень... Намного легче играть, скажу я вам. Так, ну ты становись тогда сюда. Молодец. Так, Ибис. О, у них уже снайперки, блин. О, пипец, поскольку. Мне бы такие роботы. Офигеть. Не попали. Да. Да, блин. Ну да, что тут скажешь еще? Ну, босса, наверное, труднее будет убить. Ракетчик. Ушит, попал. Давайте по этому, блядь, не погоди. Ну, в ракетнице у нас всего 3 ракеты. Так, ноги снесли и почти руку унесли. А, ну ты это.
Не попали. Так, ладно, ты давай сюда чеши, атакуй этого. Бах, нету. А, у меня ракеты уже кончились. Погоди, тогда давай сюда. Бах, и нету. Взорвали склад. Зачем? Непонятно, короче. Ну, в общем, переводчик хрен поймешь чего. Это Ларкус инцидент, короче, типа, что взорвали, короче, какие-то там эти военные фабрики. И вот из-за этого начался вот этот второй конфликт. И мы с вами, типа, там, то ли через сколько-то лет. О, наконец начали. Ну, смотрите. Ну, их типа выкинули из армии. И мол, что они... что они там, ну, типа, это из-за них, а в реале, сами знаете, что они из-за них. В общем, их обвинили, короче, а и никто не знает по-настоящему. Ну, тут арена, будем сражаться. Красный дьявол. Да блин, я так сейчас проиграю. Так, я ему одну руку снес. Разнес я его. Типа он наемниками командует. Каньон Краус. Ну, короче, он нас нанимает. Типа нам дадут там ну и он, короче, что про эту нашу девушку. Типа, возможно, ну, дадут нам шанс найти человека, который виновен всем. Вот, мы можем, если хотим, как бы посражаться тут.
Тут есть магазин. О, что тут? А, нас сюда. Ох ты, черт. Погоди, нет, не готов. Ну, в бар можно пойти. Тут можно, допустим, в магазин пойти. Так это ангар, типа. Ну, это как ангар. Здесь можно купить что-то. Типа вот настрой. Так, что за нас за робот? 40 пут. Давайте посмотрим. А, ну у нас побота типа круче. Зора 3, а? По идее побота лучше, чем наш. Да? Ну, зенит красивее. Так, но зенит. Так, зенит 33 хп дает. Побота дает 36 будет, да? А Зора вообще херня. Давайте тогда поботу возьмем. Хоть она не такая красивая, да? Левая рука. Так, ну процессор, естественно, мы не можем. Рнёнс. Зера. У нас денег больше нет. Сейчас продадим целый свой робот. А у нас было Тендис. Ну тут так вот сделано, надо в каждую категорию заходить отдельно и продавать. Ай, мы не покупали. Да, процессор? Или покупали? Что-то я не понял. Так, значит, пошли сейчас это настраивать и это самое. И давайте мы его сейчас переоборудуем. Осада Зигер. А что у нас? Мы можем купить Зигер, типа, получше, да? А. В правую руку можем что? Осаду. А, хотя не надо, мы же это. Мы же с первой руки сняли. Сейчас переоборудуемся. Еще можно вот тут. Это когда ты ставишь детали, которые у тебя уже есть. Вот. У нас два этих. Сейчас мы перекрасим. Не, красный нулевой, самый красивый. Так. Что-то мы можем в арене посражаться, денежки сделать. Да? Ух ты. А, ну против этого нам Руденский, Йорк, Александр, Оборотень, Адам, Джимми, Демон. Ух ты. Может попробуем, давайте ставим 100. Вдруг победит. А, так это этот в красном делает. Не попали. Слышь ты. Блин. Ну вот, получим
150. Видите, вот 163. Тут можно зарабатывать деньги, просто у нас сейчас нечего ставить. Так бы мы, допустим, поставили, если бы 3 штуки там или штуку, мы бы выиграли намного больше, конечно. Ладно, сейчас нечего тут делать нам. Выход. И пошли. Ну, тут магазин, это я вам показывал. Бар, это можно поговорить тут всяким. Бармен. Ой, бармен. Угу. В общем, тут перевод, короче, какой-то странный. О, видите? Короче, поговорили типа, пошли, все. Да, готов. Ну, короче, тут наша команда. О, Натали. Май, какая Натали. Ну, в общем, мы сейчас начинаем работать на этого дядьку. Да, со мной эти девчонки будут работать. Натали и Рьюджи. Блин. Круто. Так, это какой-то кит. Джи-джи. Это наша, я так понимаю. Ай, кит. Что вы тут? Бе-бе-бе-бе. В общем, что-то они тут поспорили, что-то тут у них не то получилось. Опачки. Кто-то прилетел. Тут спустились мы. Ну, в общем, ждем ваших. А, ну, это американец. Какой-то очень жилой американец. Конец. Ай, погоди, блин, там был враг, я не видел. Так, у тебя ракета есть? Нет? Нет. Понял я тебя. О, ты мой. Давай тебя сюда. Зелененький, давай сюда. Смотрим, что я тебе покажу. Он ракетчик у нас. Яшно, не попало. Спасаем девчулю. На, лови. Так, теперь ты. Иди сюда. Угу.
Лови. Блин, что я сделал? Ай-яй-яй-яй. Забыл, что это не мой. Руби его раптором. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Проживал. Зигер? Что за зигер? Зигер не попал. Так, давай-ка ты ему кастетиком вмажь. Яшна, не попало. О, блин, следы остаются, смотрите. Так, ладно, получаю еще с ракеточек. Мажем. Давай ты сейчас кастетиком. Во, правильно. Так, ты, ладно, получишь. Одну ручку снесли. Теперь ты. На, получай еще. Ты теперь сюда. Да что ты мажешь постоянно? Ну вот, без ручки почти остался. Что-то мои очень... А ну, на это начало они вот и мажут очень сильно. Не попали. Ах ты. Да что вы все мажете постоянно? Если честно, уже надоело. Но этот уже еле живой. Во, правильно. Ножки, ножки улетели. Наконец-то снесла. Так, унесли ему ручку. Этого снесли. О, Рюджи второй уровень получил.
Нечто. Еще одного унесли. Еще один готов. О, мы получили типа оружие из того робота. Тут еще такое есть, что можно типа запчасти получать, потом там как-то скиллы получать. А если сюда встать? Ура. Ясно, попал. Так, ты иди сюда. Теперь ты. Ай, что ты делаешь? Ремонтик тебе нужен. Давай тело. Упс, мне прилетело. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне надо. Атакуем. А, блин, с этим зря туда пошел. Так лучше будет. Ух ты, какой ты этот. О, Зора 3АР получили руку. Руку получили, понимаете? Две детальки мы уже получили, да, с вами? Так.
Что-то я не понял, перед этим мог атаковать, сейчас не может. Что за... А. Понял. Ну все вроде. А так у нас вообще целых 5 чуваков будет. Прикольно, тут части получаешь. А за американцев играл, ничего не получал. Так, мы получили 4500 сразу. А, видите, за миссию 3000 плюс еще 1530. Ну, сразу денежка появилась. Так, нам вроде сюда надо. Ну-ка, показывай, чё. Что там у тебя есть? А, блин, я зря покупал там все. Так, буря. Виза. Хаски, побота. Ай, вот это Зора 3А. Это что мы руку нашли. Зенит был. У нас были вот эти. Ну, я не знаю, наверное, бурю надо брать. Главному. Целую бурю соберем. Ух ты. Ну вот, у нас такое. Сейчас, наверное, и ракеты будут получше. Да, кость. Ну вот. Как-то так. Так, ну естественно надо этой заняться девушкой. Чё у неё? Так, ну... Блин, надо мне было это тело ставить. Давайте мы ей это сделаем. Вот такая будет. А у нее что, разные руки, что ли? Пары не можем ставить. А давайте бурю поставим. Ага, понятно. Блин, блин. Ну ладно, пусть будет так. Она будет без ракет у нас. И я тогда своему, я не знал, надо своему главному поменять тогда что же, настраивать. Тогда мы своему в левую руку ставим вот, ай, вес тоже. Ну ладно, раз вес, так вес. А у тебя что за робот?
понял. Ну, хоть одна ракета не собудется. Так, тебе. Дальше смотрим. Тебя оборудовали канистра. Охотник. Тело. А, у меня средств не хватает. Ну ладно, тогда тебе оружие поменяем просто. Левая рука, что у тебя стоит? Давай-ка мы тебе на левое плечо. Ой. А хотя давай кость поставим. Блин, чуть-чуть. А, я забыл. Мы ж можем продать, что ненужное у нас. Оружие, рука, зигер. Раптор. А, так мы можем даже не покупать, мы можем ему поставить просто части. Ну, у нас уже почти это. У нас почти штука есть. Ой, забыл. Так, мы кому там настраивали с вами? Канистру, да? Вот. Погодите, процессор вот где. Ремён с рукопашный, короткий, длинный. Очера. Ну давай тебе. Погодите, может еще охотнику что-то добавить? Давай-ка ему могилу поставим. Да, уже все. Живец. Погоди, а что у тебя в правой руке? Даже ничего нет. Чё ты? Ой, не здесь. Извиняюсь. Так, погодите, мне надо посмотреть. Ясно, понятно все. Ну чё? Сейчас, погодите. Out of it.
Короче, спасти какой-то груз надо. Ну что, смотрим, что там будет. Вон самолетик разбит. И типа эти идут. Нифига себе тут их. Прикольно. А, этот же мой, блин. Думаю, чего я стрелять не могу. Забили, что это мой чувак. Треп. Ой, извиняюсь. Короче, спасти этого придурка надо. Из-за какого-то... Они, короче, швишнули этот контейнер. Не попали, да? Ясно.
Ну ты криворукий, Рюджи. Да. А, я своему главному... А, вспомнил. Ноги унесли. Да, ракетчиков тут поналезло. Слушай, ты задолбал немножко уже. Что за кофейный, блин? Так, этого можно оставить. Он не то. А, этому руку снесли, да? Он без оружия у нас. Этого убрали наконец-то. Этого тоже убрали. Понятно, не попали. Блин, Рюджи надо лечить срочно. Получай. Унесли. Ага. Да, что-то эта девчуля наша очень слаба. Так.
Рьюджи надо не забыть подлечить. Блин, я забыл. Фу. Выжил. Блин, Рьюджи. Пэу. Виноват. Забыл подлечить. Ну что поделаешь? Ой, зачем я в него стреляю? Он же безвредный. Блин, забыл. Эй, чё такое? Алло. Атака? Да блин, мазил. На, получай. На, еще. Унесли чувачка. Так. А у этого уже ракеты кончились, да? Слышь ты, увлекся тут он. О, какой-то эгрит ракетная пустоковая установка получили. Так, теперь бумсть.
Boost. Бумс. Вот так вот. И Гуччи тип 5. Винтовка. Ни хрена себе. Тут мы понабрали интересных вещов. Куда бежишь-то? А и там еще этот живой, блин. Блин, он уйдет. Я про это не подумал, это же тот с контейнером, который его надо обязательно убить. Бах, они шли. Спокойное тело. Что за спокойное тело? Ну, в общем, журналист пошел с нами. Ну что, получили бобовщиков. Деталек понабрали там каких-то непонятных. Так. Ну, нам сюда. Так, смотрим в магазине, что-нибудь новое появилось, нет? Не, все осталось. Давайте посмотрим это самое настраивать, посмотрим на главном, что мы там понабрали всякого. Какой-то зигер, а это тип 5, это типа лучше, чем моя, типа с близкого расстояния. Давайте поменяем, да, на правую руку Раптор Зигер, на левое плечо Эгрет.
Эгрет лучше. А, но не везет у меня. Царапина. Не везет у меня. А, и вот этот новый. А, и этот с нами. Так, понятно. А на чем он вообще ездит? Давайте ему... О, так мы его поставим. Ай, вот это спокойствие, это что такое? Ну это что какое? Блин, да он левак какой-то. Давайте мы ему весь робот сейчас пересоберем. Что-то у него там левацкое вообще. Журналист этот чертов. Так, давай-ка мы с тебя сейчас сделаем бурю, но мы тебе поставим, вот эти новые. Мы ему попробуем поставить этот, короче, эти новые ракеты. Даже, по-моему, мы... Ой, я не то делаю, да? Даже, по-моему, ему на правое плечо можно поставить. Только тогда купим другие уже. Посмотрим. Короче, этот задолбаюсь. Ай, кость не можно, но можно вот эти поставить. Вот. Ну все, вот такой будет. Краску мы ему поменяем. Погодите, сейчас выберем фиолетовый третий. Во, я придумал. У меня все будут фиолетовые, только я красный. Рая. Краска. Фиолетовый третий. Вот такие все будут. Канистра. Ну, как-то так. Ч
Сейчас продадим все, что как бы не нужно. Зигерк продадим. Я только одной вещи не пойму, почему я не могу тут купить нигде эти, короче, военный приход. Это к этим. Ну вот, сейчас можем сохраниться. И на этом эту серию, наверное, закончим, ребята. Вот, надеюсь, вам понравится. Если будут просмотры, будем выводить на стримы. Всем удачки, здоровечки, с вами был Некромас. И мы играли легендарную Front Mission. До новых встреч, все ссылки в описании, пока-пока.